Привет всем! Сегодня шестой день карантина, и это совершенно не повод расслабляться. Я сегодня смотрела прямые эфиры по колористике, решала задачи. Так что каждый день, уделяя этому время, у меня будет куча теоретических знаний, которые я дальше буду применять на вас на практике. Сегодня настало время пазлов, я буду собирать вот такую картину. Сейчас мы этим займемся. Я думаю, что это будет очень долго. Ну что ж, погнали. Вот так выглядят мои пазлы. И я начинаю их собирать.